понедельник Ивановский баскетбольный клуб «Энергия» принимал на своем паркете соперниц из Вологды. С первых минут матча стало ясно, для обеих команд победа – дело принципа. В случае поражения вологодские баскетболистки рискуют покинуть шестую строчку первенства. У ивановских же на кону попадание в плей-офф. Первую десятиминутку наша команда проиграла. Вторая завершилась ничьей. В начале третьего периода «Энергия» вырвалась вперед по очкам. И с того момента не отдавала пальму первенства до самого конца игры. Итоговый счет матча 75-66 в пользу хозяек площадки. Наша команда сегодня провела очень ровный матч. Без срывов, без каких-то провалов. А это очень важно в игре, что стабильно от начала и до конца. Мы не потеряли концентрацию. Мы о концентрации говорили на собрании, да? Мы ее не потеряли до самого конца. И в решающие моменты мы действовали надежнее, чем соперник. Для центровой энергии Ольги Горбачевой игра с Вологдой была особенной. В этот день девушке исполнилось 25 лет. Победа стала главным подарком. Недочеты есть всегда. И потери, и... промахи из-под кольца, есть все, как всегда, фолы, которые не должны были быть. Но победа, она есть победа. Мы рады, что мы победили, и, в принципе, да, с ошибками, но результат достигнут. Победа позволила ивановским баскетболисткам прочнее закрепиться в восьмерке лучших премьер-лиги. Следующий, последний матч первенства «Энергия» проведет на выезде в городе Курск. Но, несмотря на его исход, шансы на попадание в плей-офф у Ивановок почти стопроцентные. Во многом благодаря этой победе. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.